Сегодня делаем фрамугу. Три вида у нас есть: форне, рота и мака. Сейчас у нас варне, фурнитура варне у нас идет. Фрамуга. Ставим на нее ответки. Профиль тонкий, 58, поэтому ответки наоборот, толстые. Это у нас такой принцип. Такой принцип у нас. Так, стоп. Все наоборот. Варне, все, Липенбауэр, все наоборот. Ответка бракованная. Значит, все наоборот у нас. Тонкий, тоже бракованная ответка. Что за бред? Тонкий профиль, толстые ответки. Также, если это мы двери собираем, это защелки у нас наоборот идут и все остальное. Сейчас ставим ответки сначала на варне. Ставим толстые ответки. Да не, водить не обязательно прям за моими руками просто. А, можно издалека, да? На процесс, да, так. Ответки не сейчас будем ставить саму на промугу. Используем молоток, он наш помощник. Наш помощник молоток. Так, где у нас варне? Вот ножницы варне, так называемая специальная фурнитура. Берем и, соответственно, устанавливаем ее, чтобы она только на откидывание работала. Фурнитура, такой вид окон маленький, это работает только на откидывание, на проверку. Отмечаем, по центру отмечаем. Так, а где у нас это? Куда я делал у нас вот это? Ладно, помост другой, ничего страшного, потом найдем. Устанавливаем ее по центру. Соответственно, выкручиваем. Это уже окончательная фаза работы. Но именно промыть. Все, защелкиваем сейчас, да? И вот у нас она работает. Вот видите, принцип такой. Закрываем, все, промуга готова. Спасибо.